именно осенью просыпается желание что-то изменить. Почему так? Узнаем у доктора биологических наук, профессора Сергея Савельева. Это, конечно, рефлекс Павлова. 10 лет нас тренировали, в чем срана не юности, и произошли запечатления. И мы все время пытаемся повторить этот замечательный опыт. То есть как в школу ходили? Ну да, еще и впадаем в детство. То есть в нашем подсознании осень – это новый учебный год. Можно сказать, что осенью я 10 слов выучу быстрее, чем летом? Да, конечно, да. Потому что на стрессе и от голода человек всегда учится хорошо. А осень – это стресс. Причина – уменьшение светового дня. День короче, выработка серотонина меньше, его не хватает. Будет дефицит гормона сна, мелатонина. И привет, депрессия. Для борьбы с изменением своего психического состояния человек хочет как-то стабилизироваться, что и вызывает поиск новых знаний. Так что пользуемся моментом, включаем свой личный поисковик.